Сейчас Ксения Собчак активно занимается вопросами недвижимости. И пока в СМИ обсуждали слухи о продаже Ксении квартиры в центре столицы, выяснилось, что журналистка присмотрела себе жилье за границей. Выбор Собчак пал на Объединенные Арабские Эмираты, куда сейчас активно с твердый знак езжаются многие российские звезды. По словам инсайдера, Ксения купила квартиру в одном из самых престижных районов Дубая, Эсти. Леджис Резиденсис. Из окон телеведущей открывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа. Источник добавил, что квартира была куплена около месяца назад. Сейчас курс дирхама к рублю несколько вырос, апартаменты Ксении подорожали до 3,2 миллиона дирхам, несколько недель ранее они стоили 2,9 миллиона. В переводе на российские рубли квартира обошлась ей примерно в 60 миллионов, цитирует Стархит инсайдера.